Здравствуйте, друзья. Я когда-то уже плавил подобное серебро. Это ювелирка без проб. То есть это все серебро, но какое и неизвестно. Я тогда, когда плавил, давал комментарии, что рентабельно их использовать, ну, переплавлять. Это где-то начиная от 20 грамм и выше. Ну, меня попросили попробовать на более высоком весе. И вот сейчас я вот насобирал целую кучу такого же серебра. Тут разное все, всякое разнообразное. Пробы на них нету. Но это все серебро. Тут и 800-я есть 100%, судя по изделиям. И 925-я наверняка присутствует. То есть разное, все разнообразное серебро, которое без проб. Вот это старенький крестик, это 84-я царская. То есть получилось у меня по весу 105 грамм. Ну, если можно его и продать, но опять-таки покупают его как обычную 800-ю пробу, не более. То есть из этих 105 грамм я бы получил бы где-то порядка 1500. Ну, мы его переплавим, афинируем и посмотрим, сколько у нас получится нормального высокопробного серебра. И прав ли я, когда говорил, что лучше его подвергать афинажу, чем сдавать за бесценок. Проверим мои слова заодно. Будем закидывать нашу ювелирочку непонятную. Точнее, это не непонятная, а та, что хромпиком показывает. Ювелирка без проб. Что 100 грамм, который обещал посмотреть, что с ней будет. Ну, правда, это, конечно, не показатель, потому что ювелирка тут абсолютно разная. Есть там колечко, скорее всего, что 500-й пробы. Там видно по... Ну, как гуртовые эти копеечки, насечки видны. Есть 800-я проба, есть, скорее всего, что 925-я проба. Ну, посмотрим. Буду кидать понемножко, пока оно растворится по ходу. Для начала залью 50 миллиграмм электролита и 50 грамм азотной, то есть 50 миллиграмм азотной кислоты. И будем смотреть, что будет по ходу, буду подбрасывать. Залил электролит, а теперь 50 миллиграмм азотки. И будем ждать. Расплавилась наша ювелирка, та, что без проб. Вот осадочек процеживается, но без мусора все-таки не обошлось. Все-таки не вся ювелирка оказалась ювелиркой. Там вон золотинка где-то пробивает, потом оно подсохнет, взвешу, сколько осталось этого обманки. А здесь сейчас доцедится, загасим сульфаминовой кислотой. Азотки здесь много, потому что я добавлял еще азотки. В общем, ушло порядка грамм 150 азотки ушло. Тем более, что она какая-то у меня слабенькая. Ну, а потом буду осаждать медью. О, реакция идет, какая бурная. Я вижу, что здесь азотки много. Будем потихоньку подсыпать ее и гасить. Какая красивая шубка образуется с нашей ювелирки. Вон тут он только наросло. Здесь тоже красота. И здесь тоже великолепно. Ну, надеюсь, рам уже 50 будет серебра хорошего. Выпал наш осадочек с ювелирки. Он такой темный-темный, много тут отходов. Теперь его промою, прокипячу в дистиллированной водичке, а потом прокипячу в солянке и опять в дистиллированной водичке, чтобы убрать этот лишний мусор. Прокипятил в дистиллированной воде, прокипятил в солянке, а теперь опять кипячу в дистиллированной воде для полной очистки. Вот столько получилось остатка с нашей ювелирки, с
100-граммовой, которая почему-то не переплавилась. Ну и добавим еще сюда полтинничек, 50 копеек 25-го года. Не знаю, почему я его кинул к ювелирке без проб. Что-то прозевал. Наверное, эту сторону посмотрел, подумал, какой-то медальон и кинул, или черт его знает. Ну, короче, тоже он убираем. То есть реально, короче, у нас было не 100 грамм материала, а 90. Ну, из этих 90 у нас осталось, грубо говоря, пускай будет 40. То есть 60 грамм у нас ушло на переплавку. То есть, по идее, у нас должно получиться 50 грамм нормального серебра. А это попробую сплавить. Может что-то сплавится, может что-то нет. Посмотрим, что оно будет. Только брикетики получилось с нашей ювелирки. Сейчас я их сплавлю. Потом кину в лимонную кислоту. И посмотрим результат. Камрады, любители и спецы афинажа. Давайте поможем друг другу. Подписывайтесь на канал. Со своей стороны обещаю всем взаимную подписку. Получилось у меня весу 52,6 грамма. Но это что-то маловато. Как я подозреваю, скорее всего, что моя азотка уже выдохлась. Поэтому тот остаточек я снова переплавлю в азотке. Вместо полтинничка добавлю равного по весу еще серебра. И потом посмотрим, сколько у нас получится в результате. Провел я повторный афинаж остаточков, которые у меня там были. Получается 48 грамм. Получился вот такой вот красивенький слиточек. Тоже высокопробный. Минимум 195-я проба вот этих вот слиточков. Как я и подозревал, моя азотка слабенькая. И не знаю почему, если я ее добавляю вместе с электролитом, практически никакой реакции не идет, плохо растворяет. А вот просто взял саму чистую азоточку, даже тот мусор расплавило спокойно. То есть, если у вас азотка слабенькая, мой вам совет, лучше не добавляйте электролит. Так, общий вес получился. Общий вес получился 69 грамм. Ну, это уже что-то чего-то. Плюс еще остался тот мусор. Я его сейчас переплавлю и посмотрим, может что-то еще с него удастся взять. Вот все, что осталось с наших 100 грамм ювелирки. Сейчас еще попробую посплавлять. Может что-то и сплавится, какой-то кусочек пойдет потом на немагнит. Остатки отходов тоже не стоит выкидывать. Вот видите, переплавил. И получился еще такой вот кусочек. Ну, тут, конечно, не чистый, как вот эта вот 995-я проба. Но какой-то вес в нем тоже имеется. То есть, если что, пойдет или как 900-я, или, скорее всего, просто как не магнит. Итак, что же у нас получилось со 105 грамм нашей ювелирки? 69 чудесного серебра. 995 пробы минимум, а возможно и выше. И плюс маленький кусочек. То есть суммарно вышло 73 грамма. Какой можно сделать вывод после афинажа нашей ювелирочки без проб? Ну, тут вопрос, как говорится, тяжелый. Вот в данном случае получилось, в принципе, одно на одно. Что я получил бы ее, продал бы так, как ювелирку, что после афинажа. Цена практически одинаковая. Ничем не намного отличается друг от друга. Но зато мороки нету. А с другой стороны, в прошлый раз я перерабатывал также ювелирку. И там выгода была очевидная. Так что здесь должен решать каждый сам. Как по мне, все-таки лучше ее перерабатывать, подвергать афинажу. Потому что можно все-таки немножко заработать. Там сотню-другую на 100 граммах можно спокойно заработать. Все зависит от того, какой попадется материал. В прошлый раз материал был хороший, там, видать, было много 925-й пробы. А в этот раз, как я уже говорил, было много 800-й пробы. Ложка наверняка 800-й была пробы. Еще там предметы тоже такие, кулончики.
800-й пробы. Даже присутствовали переделки с монеток, то вообще 500-я проба. Ну, я же говорю, что, как по мне, лучше перерабатывать. А там пускай каждый решает сам. До будущих встреч, ребята.